Сегодня в Гомельском районе стартовал чемпионат Беларуси по шматборью выратовальников пошуково-выратовальные работы. Спаборництвы протягнутся 3 дни. За этот час выратовальники должны переодолеть больше за 30 разных перешкод. Вероника Гамзюкова володает подробностями. Под Гомелем собрались команды лепших выратовальников из всей страны. Представники от каждой области, республиканского отряда специального призначения, университета громадянской обороны МНС. У каждой дружине по 6 человек. В программе спаборництва марш-поход по пересеченной местности. У этом заплечнику больше за 20 кг. Удельники спаборництва будут пересовываться с ним на отлегласти 20 км у день. При этом на шляху их будут возникать разные перешкоды. Сярод заданняў нябесная пераправа, арыентаванне на мясцовасці, скала, мост, эвакуацыя і іншыя. Усяго больш за 40 этапаў. Сітуацыі максімальна наблічныя да рэальных. Галоўная задача выратавальнікаў – знайсці пацярпелых і пры неабходнасці аказаць ім першую дапамогу, а затым эвакуіраваць у пункт прыёму. Паслядоўнасць этапаў трымаецца ў сакрэце. Яе ведаюць толькі суддзі. Якім будзе наступны іспыт, камандам расказваюць падчас праходжання маршруту. Я сегодня увидел во всех командах ребят, опытных многоборцев. Здесь нет случайных людей, и сказать, кто здесь победит, очень сложно. Эти соревнования позволяют нашим спасателям проверить, помимо силы и ловкости, еще и выносливость. Главная мета спаборництва – удосконаление навыков при проведении пошуково-выратовальных работ у разных умовах – на водных объектах, у зонах аварий и катастроф. Проходить маршрут команды будут не только у дённый, але и ночный час. Как кажут сами удельники, самое складанное и непредсказуемое при этом – надворье. Никогда не угадаешь. Вчера был дождь, сегодня солнце. Просто замечательно, как летом. Поэтому это, наверное, самое сложное. А самое интересное – это работа в команде. Вот, это весело, это интересно, это вообще замечательно. Здесь можно отработать слаженность работы отделения, команды, также проверить некоторые, скажем так, задумки, которые можно выполнять вот в реальных ситуациях. Подчас спаборництва удельники обмениваются опытом и удосконаливают сучасные пошуково-выртовальные технологии. Чемпионат Беларуси по шматборью протягнется до 21 лютого. Вероника Гамзюкова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».